Итак, добрый вечер всем. С вами Загидуллин Марсель. Немножко расскажу о себе. Мне 43 года. Я занимаюсь онлайн-сетевым бизнесом. Пропагандирую в интернете такие замечательные вещи, как дополнительный доход, соответственно, как организовать свое собственное время и с пользой использовать или реализовать его для того, чтобы вырастить свой личный бренд. Это может повлиять на узнаваемость тебя, меня, человека, который занялся тем или иным видом онлайн-сетевого бизнеса. Но мы поговорим сегодня конкретно об одном направлении. И это направление позволяет на сегодняшний день людям, которые вовлеклись и увлеклись этим видом заработка, кардинально поменять свою жизнь, поменять ракурс, поменять вектор своего направления, движения. Могу на своем собственном примере, когда мне было 20 лет, когда мне было 40 лет, это был 2020 как раз год, осень, с лета по осень, по октябрь. Я наблюдал за этим самым проектом в интернете. Я наблюдал за кучей всяких проектов. И в конце концов, к чему я пришел, то что в 2020 году осенью отсеялось несколько проектов. Один из них был на криптовалюте. Это должна была быть новая биржа. Она, естественно, не появилась, потому что там изначально все было красиво завуалировано. Очень много было лапши на ушах. Какие-то торгующие роботы, трейдеры, люди, там куча денег, куча биткоинов летала с одного кошелька на другой. Все это красиво было показано, и блогер, который об этом рассказывал, продал свою задницу за 50 тысяч долларов, слил кучу людей, которые в него поверили, и на следующий день или через день объявил о скаме этого проекта. Что значит продал свою задницу? А это значит, что сегодня я вам говорю, представьте, что вы в меня поверили, вы пришли в мой бизнес, не в мой, а в бизнес, который я рекрутирую. Допустим, несколько тысяч человек, мое комьюнити, мои подписчики, да, которых я, которые подписались на меня в течение нескольких лет, и вот я в один прекрасный день объявляю анонс о том, что вот завтра, значит, мы заходим с вами все вместе, прямо кучей, в крутой будущий проект, это будущая биржа, и все. Типа я свои 50 тысяч долларов заряжаю. Откуда у меня 50 тысяч долларов? Я когда успел их напечатать? Вот, соответственно, естественно, это деньги были даны человеку, и он просто делает вид, что он инвестирует эти 50 тысяч долларов в какой-то проект, какой там, неважно, его уже не существует уже. И люди за ним идут. Вкладывают кучу денег, просто невероятное количество денег. Результат какой? Нет, не денег. Блогер уходит на больничный. Туда, значит, началась коронавирус. Все, его там почти месяц не было. Все в шоке. А как раз месяц от 2 до 4 недель это время, когда люди остывают. Понимаете? Остывают люди. И что получается? Все. Нету ни блогера, ни денег, никого. Да? Есть разочарование огромное. И есть у людей куча проблем. И еще один долларовый миллионер родился. Кто такой, как зовут, говорить не буду. Хотя, к сожалению, этот негодяй продолжает в интернете вешать лапшу в Ютубе. Ну, суть не в этом, ладно. Я за ним наблюдал целых 1.5 года, потом 1.5 года наблюдал, как он, значит, там лапшу вешал в проекте в одном, я туда маленько закинул денег, и вот когда уже вот это масштабное вот это вот мошенничество просто в глобальных размерах произошло, я посмотрел за всем этим, не буду говорить, что это, как это выглядело, да, куча матершинных слов у меня на языке вертится. Естественно, негативить я не буду, это был опыт этих людей. Надеюсь, что люди поумнели. И вот в этот момент, в октябре, как раз на фоне вот того скама, там еще одного скама,
Я как раз понимаю, что я полгода наблюдаю за потрясающей компанией, которая уже 2 года работает в правовом поле. Компания из простого маленького проекта переросла в компанию. Да, то есть это был проект в интернете, коих очень много. На сегодняшний день десятки тысяч проектов рождаются и исчезают, собирая бабки, собирая деньги людей, которые верят в лапшу, которую вешают на уши. И вот тогда, в 2020 году, как раз наблюдая за еще одним проектом, я как раз в него и прихожу. Свои $150, заработанные на стройке тогда, я вкладываю в этот проект. И спустя 2 года мой доход более 10 тысяч долларов США. Это очень маленький результат, просто очень маленький. Почему? Потому что то количество времени и энергии, которое я влил в этот проект, оно огромное. Это целый год я практически вообще не вылазил с телефона. Я уволился с работы. Начался коронавирус. Вот. Я, значит, был против всяких уколов, масок, QR-кодов, всей вот этой дичи, которая вот наполонила всю планету. И все. У меня как раз растет дочка, мое солнышко, на моих глазах, да? Я вот все полностью, которое у меня свободное время есть, я посвящаю этому проекту. У меня образовалась команда, люди, которые начали, значит, интересоваться дополнительным доходом в интернете благодаря социальным сетям, таким как TikTok, да, там тоже сотни тысяч просмотров, куча всяких комментариев положительных, отрицательных и так далее. YouTube начал развивать, ВКонтакте начал развивать. Уже бизнес-направление, не просто лайки, сердечки, комментарии, фотографии, где какое пиво попил, где, значит, какой шашлык поел. Вот это вот все, это вот это вот, всю эту фигню, все, этого больше нет. Все мои аккаунты в социальных сетях, они поменяли свой статус и стали бизнес-аккаунтами. Вот, и, соответственно, даже сейчас Одноклассники, даже и там появился бизнес-аккаунт. Вроде бы, казалось бы, социальная сеть, где люди, кто с кем учился, в какой школе, в каком вузе, в каком садике, там, да, образно говоря. И даже и там есть теперь понятие бизнес-аккаунт. То есть они прекрасно понимают, значит, создатели и хозяева всех этих соцсетей, что там, где бизнес-аккаунты, там дополнительные платные услуги, которые можно продвигать, пропихивать, чтобы их хавали за деньги. Конечно, социальную сеть создать это дорогого стоит. Поначалу туда бесконечное количество людей в течение десятилетий могут подключать, а потом сделать платную подписку. Премиум-аккаунт, VIP-аккаунт, VIP-услуги, какие-нибудь платные сердечки, смайлики и так далее. То есть это деньги с воздуха, триллионные прибыли. Просто потому, что кто-то кому-то отправил сердечко. Мы, конечно, с вами не создали социальные сети, как Павел Дуров. Сначала ВКонтакте, да, потом Телеграм. В Телеграме 1 миллиард человек. Вот сейчас появились премиум-аккаунты за 3000 рублей. Даже если 100 тысяч человек подключится, да, добавляем, сколько там, 3000 рублей, да, то есть это 30 миллионов, 300 миллионов выручка в месяц. 300 миллионов рублей доход в месяц. Хороший доход. Павел просто красавчик. Умница. Так вот, конечно, да, это птица высокого полета. Президенты, правители всякие, да, депутаты и так далее. Просто курят в сторонке. По сравнению с тем, сколько зарабатывают люди в онлайн сетевой индустрии. И вот я сейчас хочу как раз подвести к этому. У меня голос пропал, меня продуло, у нас тут прохладные дни были, и ночью осталось окошко открыто. Ладно, это пройдет день-два, ладно, не суть. Короче говоря, давайте возьмем пример. Есть такая одна сетевая компания, она, я не знаю, занимается какими-то батончиками, вкусняшками. Продают какую-то еду, какие-то вкусняшки, сладости, еще что-то продают. А, называется Prove It. Я не знаю, что, кто такие, я знаю, что они американцы. И вот у человека, который работает в этой сетевой компании, каждый месяц доход $1 миллион. То есть почти 100 миллионов рублей.
Вот и думайте, друзья, где мы находимся, в каком месте пищевой цепочки. Почему пищевой? Потому что, ну, нашей зарплаты хватает на какую-то определенную пищу. Вот, допустим, зарплата 100 тысяч рублей хватает на такую-такую еду. Орешки, фисташки, компашки, там, я образно говорю, да, побаловать себя, да. Ты можешь покупать себе какие-то морепродукты и корочку. Ты можешь покупать себе какие-то колбасы хорошие, да, там еще что-то. И, знаете, вот то, что касается продуктовой корзины, количество денег, которые человек тратит на еду, на пищу, это прямой показатель его уровня жизни. Если человек не считает деньги при покупке еды, то есть покупает себе то, что он хочет, а не на то, что у него хватает, этот человек, в принципе, успешен в жизни, потому что он любит себя, свое тело, организм, он покупает какие-то вкусняшки, полезные, какую-то полезную здоровую пищу, которая чистит его сосуды, чистит его изнутри, выводит шлаки, да, полезная, нужная еда, заряженная силой, энергией, витаминами. Не каждый человек может себе позволить. Вот, поэтому видите, как получается, что сегодня онлайн-сетевая индустрия, люди, которые в интернете крутятся и вертятся, это люди, которые зарабатывают, не все, конечно, но которые зарабатывают именно в интернете. Они не ходят на работу. Возьмем пример человека. Зовут его Загидулин Марсель, это я. Я развиваюсь в интернете, учусь зарабатывать деньги, открыл для себя 2 источника дохода, даже 3. Один с перспективой на года. И параллельно работаю в найме, но у меня есть цель выйти на пенсию в 45-47 лет. Не работать больше ни на кого и никогда. Достичь этой планки и перестать заниматься этой фигней. Какой? Работать на дядю, на тетю, на фирму, на закрытое, открытое акционерное общество или на какого-то предпринимателя. Прошу прощения. Так вот, все, что было сказано до этого, это лирика. И многие любят называть все это водой. Вот, ну, раз, значит, так получилось, да, пусть это будет для них вода, а для меня это опыт и практика последних 3 лет. Именно в 2020 году, до начала всяких войн и вирусов, меня заинтересовал источник дополнительного дохода в интернете, и я услышал рекомендации одного человека, он блогер, занимается всякими инвестициями, интернет-деньгами и так далее. И он сказал, растите свой личный бренд. Первое. Второе. Занимайте активную жизненную позицию. Если этого не делать, нехрен делать в интернете. Сюда приходить не надо. Ничего не заработайте никогда. И реально так и есть. Смотрите, друзья, я буду честен. Я не буду называть фамилии и имен. Мне это не надо. Никого я гасить не хочу, да? Кого-то принижать, унижать, занижать. Нет такого желания. Но я могу сказать одно. Вот за эти 2,5 года онлайн-бизнеса, сколько я энергии, времени вложил, лично я, в себя, в развитие команды, структуры, в развитие своих социальных сетей в первую очередь. Никто из людей, кто находится в моем ближнем, дальнем, дистанционном онлайн-окружении, ни один человек столько времени не вложил ни в свой личный бренд, ни в свои социальные сети, ни в развитие и масштабирование своего окружения. Извиняюсь, чихнул, значит, правду сказал. Да, мог чихнуть в другой момент. Сейчас, например, когда ничего не говорю. Так вот, и что мы имеем? Конечно, да, я бы хотел, чтобы вся команда действительно продублицировала меня, сделали максимум из возможного,
Нет, этого не произошло. Они не сделали максимум из возможного. Они что-то сделали. И многие, к сожалению, закопали голову в песок. Я надеюсь, что когда-нибудь они увидят это видео, послушают его и сделают для себя выводы, что с того самого момента, как они решили, что можно голову закопать в песок, и авось там что как будет, оно так и будет, будет или не будет. Но, друзья, так дела не делаются. Я могу сказать, что если ты 60 месяцев должен был ходить в университет и забил на этот университет где-нибудь на 25 месяце, то здесь мудак – это ты, а не преподаватель, которому ты перестал ходить на лекцию. Других вариантов не существует. Почему? Потому что, да, хорошо, у меня нет высшего образования, но я, лично я, нашел время, энергии и силы у себя самого, забрал свое собственное личное время, когда я мог спать, когда я мог отдыхать, когда я мог загорать, когда я мог ходить за грибами, за ягоды, когда я мог ходить гулять со своей дочкой, когда я мог ходить с супругой, там куда-то в гости ездить. Вместо вот этого всего я нашел время для того, чтобы поставить себе цель и заняться построением структуры, развитием и масштабированием социальных сетей, развитием своего личного бренда. Вот чем я пожертвовал. А люди, которые, значит, пришли якобы заработать деньги в интернете, не ударив палец о палец, на что-то там рассчитывали, ну, друзья, можно я перед вами голову склоню, да, в кавычках? Вы на что рассчитывали? Что вы закинули, пополнили свой счет в личном кабинете на 150, 200, 300, там, 500, 600 долларов, и вы думали, что у вас на банковскую карту начнут бабки, что ли, сыпаться? Нет, так не бывает. Вон, пойдите в Сбербанк, в Тинькофф, еще в какой-нибудь Россельхозбанк, иди закинь туда 500-600 долларов, 40-50-60 тысяч рублей, иди начинай получать доход. Как раз тебе накапает лет так через 500, столько же, сколько ты вложил, да, 6 годовых. Через 10 лет будет 60 годовых, да, через 20 лет 120 годовых. Поэтому мне больше нечего сказать и добавить. Не хочу тратить свое время на людей, которые не хотят ничего сами делать и ждут, пока их кто-то будет пинать в какое-то в одно место. Спасибо, до свидания. Что хочу сказать? Вот сегодня 30 июля 2023 года. Вчера, 29 июля, у женщины, у партнера в команде очередная выплата 800 тысяч рублей. 8100 долларов США. Наступит определенный день в этом году, может, в следующем, когда и у меня наступят такие выплаты. Речь идет о выплатах в компании BeFree. Это международная краудфандинговая касса взаимопомощи. Работает уже 5 лет. В августе будет день рождения. Вот буквально завтра, послезавтра. Да, 60 месяцев безупречного эталонного ведения бизнеса. Что могу сказать? Потрясающая компания. Аналогов не существует в мире. Я не видел ни одного проекта, никакого товарно-продуктового сетевого онлайн-бизнеса, чтобы 100% денег было в сети. Активация в компании стоит $5 в год, пролонгация $5 в год, стоимость открытия бизнес-ячейки от 30 до долларов до 8100. Все зависит от амбиций и аппетитов людей. 75, 150, 300, 900, 2700, 800 цифры в долларах. Ну и, соответственно, построение бизнеса, подключение людей, развитие структуры, работа с командой,
дубликация команды своего наставника и так далее, да? Вот и вся работа. Куча людей купили дома, квартиры, машины, поменяли уровень жизни свой. Я не знаю, живут так, как 3 года назад даже просто даже во сне фантастическом не могло присниться. И естественно, я являюсь партнером в этой компании, амбассадором компании BeFree. И на сегодняшний день могу сказать однозначно, нет ни одной компании в мире, на планете Земля, которая платила бы 100% денег в сеть. Обращаюсь к сетевикам с огромными колоссальными структурами, которые работают в товарно-сетевой продуктовой индустрии, продавая, значит, всякую химию, БАДы, тряпки, шампуни и все остальное вот это вот все хозяйство, да? Хватит заниматься хиромантией, друзья. Приглашаю вас в наш бизнес. Почему хиромантией? Ну, потому что ваш доход даже 100 тысяч в месяц нет. А, 50 тысяч в месяц нет рублей. Ну, правильно. А, 30 нет. Ёлки-палки. Лучше устраивайтесь в найм. Там и то больше толку, чем то, чем вы занимаетесь. Поэтому, если вы хотите понять, что такое одним чеком получить выплату 800 тысяч и вывести ее на свой долларовый, евровый счет, неважно, в какой стране вы находитесь, фунты стерлинги, да, в дойчмарке, там еще куда-то, в криптовалюту, в биткоин, может, хотите вывести, без разницы, куда вы хотите, выводите. Это компания BeFree. Хотите заработать себе на новую квартиру? Пожалуйста. Добро пожаловать в компанию BeFree. Единый платеж 150-300 долларов. Сколько комфортно. Один раз в жизни. Твоя двухкомнатная новая квартира или твой новый дом, да, стоит всего лишь 150-300 долларов. Почему? Ну, все зависит от того, у кого сколько есть. Если совсем ничего нет, ну, друзья, начинайте мести дворы, чтобы появилось. На первый и единый, и это первый и последний взнос в этой компании. Ну и все остальное вы научитесь делать, если желание будет. Не будет желания, ну, соответственно, не видать вам как собственных ушей, если у вас нет зеркала. Ни дома, ни квартиры, ни машины новой, красивой, современной, ничего. Все, что, о чем вы будете мечтать, это только чтобы вас не уволили с вашей работы. Это, во-первых, чтобы вы, если заболеете, вы потеряете вашу работу. Категория риска – это 40+, население планеты. Нетрудоспособное население, которое уже не может так же быстро, шустро работать, как население планеты в возрасте 18-25, около 30. Ну и, соответственно, нужно понимать, что на носу каждого ждет старость, а к ней надо подготовиться, где-то брать деньги для того, чтобы покупать себе таблетки, лекарства, как оплачивать счет, фактуру, и 5-10. Посмотрите на своих бабушек, дедушек, мам, пап, которым 65-70+. Ну и задайтесь вопросом, а вы как будете себя чувствовать вот в тот момент времени? На этой нотке я с вами не прощаюсь. Вы можете задавать ко мне вопросы под этим видео. Ссылки, значит, на мои социальные сети. Заходите, нажимайте, переходите, подписывайтесь. Ну и задайтесь вопросом, о чем вы вообще мечтаете? Какая цель у вас нахождения на планете Земля? Какую ценность вы несете людям? Что вы им такое интересное можете предложить, чтобы люди смогли лучше жить? Дети у этих людей лучше жить. Мамы с папами у этих людей смогли бы жить лучше и так далее. Ваши мамы и папы, ваши дети, возможно, бабушки, прабабушки, дедушки, прадедушки. Что вы можете сделать такое, чтобы улучшить качество жизни окружающих вас людей? Пусть даже они вам никто. Вот если задаться этим вопросом, то не каждый человек сможет ответить на этот вопрос. Отвечать будет не на что и нечем. Нечем крыть. Да? Вот, чтобы было чем крыть, надо чем-то начать заниматься. Поэтому я призываю проснуться. Большую часть населения, людей здравомыслящего, которых не все устраивает в жизни. В первую очередь, финансовая составляющая, качество уровня жизни,
пора повышать было уже вчера, подтянуть онлайн-сетевой бизнес к себе и начать помогать людям, чтобы они смогли зарабатывать деньги и улучшить свое качество жизни вместе с тобой. С вами был Загидулин Марсель, город Новомосковск. Не прощаюсь. Пишите в личку, задавайте вопросы. Я возьму в команду людей с активной жизненной позицией.